Отправиться в космос в третий раз. Иркутянин Анатолий Иванишин уже в апреле полетит туда на корабле «Союз МС-16». Хотя готовился отправиться только в октябре, но по медицинским показаниям на весенний полет объявлена замена экипажа, основного на дублирующий. И наш земляк как раз в его составе. Осталось совсем немного времени, чтобы потренироваться. Вместе с иркутянином и еще одним россиянином отправится астронавт Кристофер Кэссиди. Он вел подготовку в составе прежнего экипажа.